Ну что, ребят, возвращаемся в прямой эфир и продолжаем с вами наблюдать интереснейший матч с участием команд Complexity и Alliance. 1-0 пока в рамках этого Best of 2, и Alliance ведут 1-0. Ну что ж, вторая карта в рамках этого матча, второго матча, ну и последняя карта на сегодня. Ну, посмотрим, смогут ли Complexity Gaming счет сравнять и заработать по очку каждой из этих команд, да, ничего и разойтись, либо же Alliance все-таки выиграют эту игру. Получится вообще первую победу в матчах именно, да, в рамках той пит-лиги, и пытаются как-то закрепиться, может быть, за плей-офф. Ну вот пики уже пошли, ребят, я вам сразу скажу на завтра, какое у нас расписание, пока не забыл. Итак, завтра у нас 16 число, точнее уже сегодня оно наступило. Будет всего лишь один матч, он начнется в 18 сетов начнется, 20 в Москве, 19 по Киеву. My Insanity будут играть против ребят из Team Secret. Пупей против Меча, будет очень интересный матч, так что на этом канале вас всех жду. Получается уже сегодня, ну, так что... Так что имейте в виду. Итак, Complexity Gaming теперь будет играть за Radiant, за Dire Alliance. Смотрим за пиками. Свиндоминал соберет себе Эйнштапаришина и Патрайдера. Видим, товарищ Майнат соберет себе Гармага из Кавров Мага тоже. Двух магов. Ну и в банах у нас Разор, Мирана, минус также Faceless Void, минус Брюмастер и минус Вайпер. Ну и вторая стадия банов как раз таки пошла. Некрофт справляется в Bant Alliance. Ну, этот герой у нас уже в Bant летал в предыдущей игре, как раз таки, только там уже комплексе его банили. Не хотели видеть. Вообще, команды аккуратно подошли к первой стадии пиков, разобрали себе суппортов, ну вот, аккор героев не спалили. Минус у нас Тайтхантер, минус Спектра. Жесткого лейта такого забанили ребята из Alliance. Интересно, что же они готовы взять в этом случае. Сейчас увидим. Как раз вторая стадия пиков идет. Майнац. Ваш выбор. Да, ребят, тут еще раз спрашивают и всем отвечу. Ну, там личку пишут ВКонтакте и где-то еще. Это Best of 2. И даже если будет ничья, решающей карты не будет. Пора уже привыкнуть. Я думаю, не единожды вы смотрите такие матчи, где Best of 2, особенно кто-то пит-лига. Все игры Best of 2 будут вплоть до плей-оффа. Кстати говоря, групповая стадия заканчивается, сейчас вам скажу, когда. Последний матч запланирован у нас на 27 ноября. То есть уже заканчивается, я так понимаю, через неделю. Вот, и после этого будет у нас плей-офф. Плей-офф будет проходить в первых числах декабря. И вот там уже будут Best of 3 и так далее. Там будет у нас Single Elimination, если я не ошибаюсь. В общем, будет интересно. Так, и тут у нас что-то Майнат задумался. Пока Кентавр. Ну, Кентавр у нас что-то не в каждой игре появляется. К нему мы уже привыкли. Так, ну что с Иллиминонс? Что ты придумал теперь? Ну, Бутрайдер это просто для отвода глаз, оффлейнер, вот Рубика себе забирают. Дабы не провоцировать ребят из Alliance брать Энигму. Ну, вообще, да. Энигма была достаточно интересная, это Alliance, она скастовала один Black Hole. Но этот Black Hole был вкастован, он не был сбит и был вкастован на полную. Так что мы засчитаем эту игру. От Энигмы. Вообще, ребят, если вы сегодняшние игры пропустили, опять же, очень интересный матч с участием Alliance и Power Rangers, с участием как раз таки вот Alliance Complexity Gaming. Все эти игры в скорейшем времени уже будут доступны на YouTube-канале моем, youtube.com/adekvat, я думаю, найдете, и вот я уже, скорее всего, вот-вот-вот поставлю прям заливаться. Ну, действительно, матч интересный, достойный внимания, почему бы их не показать народу.
Radiant Team pick. Это Invoker от Alliance. Вот это интересно. Invoker, я так понимаю, для Хани в соло мид. Кентавр в сложную для Эйса. Суппорты у нас будут Айки и Майнат. Согармака, Скарфэш. Остался персонаж для Лода в качестве керри. И комплекте гейминг забирает Селастинка. Это старая добрая инфест-бомба. Вспомнил о ней Свин Лемелон, что был такой герой, который прятался в какого-нибудь персонажа с даггером, они залетали и устраивали какой-то экшен. Вообще, Властелинер здесь весьма неплох, то есть он игнорирует прокаст на Инвокера, он его съедает, Кентавр он тоже съедает, он от него даже откиливается. Ну а суппорты Видеогармага и Скавровмага, конечно, неприятные, но не критичны. Ну, поэтому против них можно драться. Итак, по одному бану осталось сделать. Сейчас Лайнс должны будут убрать то, что будет мешать их керри. Ну или просто избавиться от не... такого неприятного мидера против Инвокера. Ну вот, например, Зевса они убрали. Но антимага забанили комплекс. Да, действительно, лоды на антимаге был хорош. И бан заслужил этого героя. Так, ну и чем контрить Вайпера? Точнее, контрить Лайфстиллера. Чем? Чем убивать будем? Ну, героев, которые... Ну, вообще, Герокоптер есть. Так. Тот же популярный герой. В последнее время чаще его забирают. И задумался, как раз таки сейчас у нас товарищ Майнац, ну долго, он не думал, Сларка себе забрали. Ну что ж, поэтому мы такого семи керри забыли. Ну, лод на нем хорош, мы знаем, лода катает на Сларке. Ну и комплекте гейминг Last Pick, это мидер, который должен будет стоять неплохо против Инвокера, это раз. Во-вторых, что-то мидер, который будет способен сделать против Сларка. Какой это мидер? Ну, мы тут вспоминали, что из часто юзаемых персонажей в мид остается какой-нибудь Драгонайт, Пак, Темпларочка. Ну, вот что-то ни тот, ни другой, ни третий мне не нравится против Сларка, хотя Драгонайт вроде как неплох. Да, вот скорее я бы даже на Драгонайта поставил. Да, конечно, два будут кор-героя-милишники, но мы понимаем, что Драгонайта к милишникам сложно отнести. Но все-таки больше, если участвовать какие-то заместы только платформой. Ну, зачастую Сларка его не успевает убивать обычно за один. Shadow Dance. Неплохой вариант. А что, на чем думает Вильяс Ведомелонс? Порой интересно посмотреть за тем, как капитан сидит и перебирает героев вместе с своей командой. Кликает на одного, второго, третьего там. Размышляет над чем-то. Может быть, Шторм Спирит какой-то? Вот внезапная инициация, опять же, и усилить... инфест-бомбу, чтобы там гадать, потратили или Снайк сидит, или в Шторме, например. Ну, Шторм действительно здесь неплохо. Соберет себе Локет, соберет Хекс, Сларка будет контрить, на Локера. Здесь секунд, Фенеменонс. Есть Эмбер. С таким заходом на лейт, скажем, да? Чтобы Найкс вместе с... Это Тепларочка. Все-таки подумал с Фенеменос и решил, что Тепларочка здесь будет получше вариант. Ну окей, это его выбор. Давайте тогда уже будем переходить непосредственно к самой игре. Правильно? Правильно. Ну вот, ребята себе разбирают героев. И сейчас, на Alliance против комплекте гейминг. Вторая карта, пока 1-0 в пользу Alliance. Для вас на протяжении сегодня работает Адекват. Подписывайтесь на паблик vk.com/adekvattv. Также принимайте участие в голосовании. Читайте меня в твиттере, собачка AdekvatTV, дабы быть в курсе всех анонсов и стримов. Ну и поехали. Итак, комплекте гейминг. Blue D9. Это Эйнштейн Парришн. Лимс играет на Батрайдере в сложный. Зефрик в суппорт второй. На Рубике. Мунминдер фармить будет на Ластелере. И в соло мид отправляется у нас капитан команды комплекте гейминг с Финдемелонсом до Пларочки. Ну и Alliance. Лода, конечно же, Сларк. Хани, конечно же, соло мид инвокер. Суппорт Огармак у нас это Майнац, капитан команды, вот этой вот новый, новообразованный Аки. Суппорт второй на Скавров Маги, ну и в сложный отправляется Эйс на Кентавре. Все понятно, все ясно, все очевидно. Неочевиден пик только Темпларочки. Вот мне почему-то он показался явно неочевидным. Не знаю почему. Вообще очень так пессимистично, скажем, отношусь к выбору этого героя.
очень ситуативный, он не всегда заходит. Бывает, либо игру прям втащит, вот прям просто берет и тащит с самого начала. Бывает, но игру проваливает и вытащить потом не может. Кто же бывает? Ну, посмотрим, как в этой игре. Но опять же, Refraction сбивается с Ларком, мы знаем, очень успешно, да, с помощью одного дарт-пакта. То есть это тоже нужно учитывать. Сларк будет топ-ларку бесить очень жестко. Инвокер будет топ-ларку бесить. Все будут топ-ларку бесить. Опять же, будет Ignite, то есть периодически урона здесь хватает. Ну ладно, не будем так вот изначально просто убивать топ-ларку. Убивать надежду команды Complexity Gaming на победу в этой карте. Все хорошо. Конечно же, целиком полностью обычно все зависит от стадии early game. Так, контролятся руны. Пока только ребятами из комплекса. Вот подтягивается Alliance. Огр Маку достается Double Damage, кстати. Ну, а здесь внизу руна богатства забирает Симон Мендер, и будет он сказочно богат. Ну, будет стоять на легкой линии, в принципе, против него Кентавр, так что Найк здесь, грубо говоря, на фрифарме. Посмотрим, купит ли Симон Мендер быстрый какой-то Мидас. Ну, Хани, видим, экзортовский, мы знаем, что это за инвокер, и мы знаем, что, то есть, скорее всего, тоже будет какой-то Мидас куплен. Так что, предсказываю наличие как минимум двух Мидасов, а может быть, даже и трех на две команды. Трифракшн уже пошел с Виндами Лонза, начинает там пропивать крипочков. А на нижней линии Мунминдер. Ну и, видимо, не подставляется пока Эйс. Поставил вардин, суппортов не видит, но теперь позволяет себе подойти к крипочкам. Спулить на себя что-то. Да, ну и тут, видим, Бэтрайдер. След Фаерфлая оставил. Подальше от лоды. Подальше от ковров Мак, которого тоже жутко напрягает. Ну и Зефрик. Так, сразу делает два отвода, очень интересно. Так, хорошо, и там получилось, прям нормально будет. Кто всегда делал будет выфармливать вопрос? Ну, по сути, это Бэтрайдер, да? То есть заготовочка для того, чтобы Бэтрайдер пофармил себе очень быстрый дакер. Ну, либо вот есть сапог, пока он здесь получает хоть какую-то экспу, создает видимость того, что стоит на оффлейне. А потом, когда его уже жутко будут прогонять, как сейчас, например, гоняет таки, можно будет сместить со своей леса. Вот после еще одного наверняка стака от Рубика. Эйс пытается мешать Блуди Найн, ворует, видим, нейтралов. Остался сам без хп, на самом деле, если бы успел Найк, сам он Миндер пытается успеть, он в ванцы у него первого уровня, нет, не успевает, он это понял, и разворачивается. И опять же, ничего не мешало, Кентавру, например, мешало, у него уровень первый, вот, уровень второй есть, он просто не прокачался, был у него хофстомп, и поэтому Найкс бы ничего сделать не смог, рейджа у него не было. Так, ну вот. Стаки. По 3 стака на каждом спауне. Это посмотрите, это столько денег. Пока вот делает стики напалм. И сейчас все это дело будет выфармливаться. Ну, здесь, конечно, даггера еще нету. Но какие-то транквилы плюс начальный задаток для покупки быстрого даггера уже присутствует. 5 стаков сделал. И 6 давай. Теперь можно лететь. А, ему Clarity Potion, еще дали 7-й стак. Куб завтыкает, так и Рубик сагрил. А, ну тут просто, чтобы Clarity Potion не сбить. 9-й стак пал. Ну да. Крипы падают очень быстро, 10-й стак. Всю ману слил, но забрал. Забрал, зафармил. Красава. Ну просто остальных линий ничего интересного не происходит, поэтому мы смотрим, как пытает фармить на стаке. Блин, таки даже не зафармил, смотрите. Firefly закончился, стаки. Не все мертвы еще. Целим Лонс. Второй Refraction стоит против Инвокера. У Инвокера 21 крипстат, у Свинла 9 на 2. У Инвокера все очень-очень даже не дурно. Майнац бегает рядышком, в случае чего на подстраховочке. Или пытается, может быть, какую-то зазевавшую Целим Лонса подловить. Получит его снизу. На Эйс атака, колдфит пошел. Ой, Эйс очень болен. Рейдж очень вовремя прожимает Мунминдер. Замикрил, законтрил, и это First Blood. Это First Blood, 1200 монет есть у Мунминдера. Ну вот-вот, попахивает, да, первым метасиком. Пока только первым. Команды комплекте. Так, и здесь эту спину будут сгонять на топ-ларку. Слишком далеко зашел с Виндами Лонс. Есть рефракшн. Успеет ли прожать? Встает рефракшн. Бежать надо. Фаербласт. Пробивает с руки Игнайт. Санстрайк. Колдснэп. И Санстрайк не попал. Лол Аркан Болт. В живых остается топ-ларочка. Мелт прячется.
Полетел тем временем Бутрайдер, разорвал скавров мага. Большие проблемы также у товарища Майнаца по тавру не пошли. А вот могут за Хани погнаться. Так, есть Игнайт. Удар, смел, да, очень больно Хани. Второй стак пошел, Лим, третий стак дает Лим. Хани, удар, еще один. Удар, и это минус. 3-0. Да, и провалились Лайнс. Пошли убивать на Верочку Темпларку втроем, но в итоге Санстрайк мимо и не убили Темпларку и на развороте отдались. Да, ну и Бутрайдер, конечно, тоже, да, 1-0-1. Внезапно получает, казалось бы, все было очень плохо на сложной. Тяжело давались стаки нейтралов, но вот тут получает себе уровень 4 сразу, и сейчас, конечно, задача облегчается в разы. Вернулся многострадальный эйс. С места респауна. Фызы тут уже есть у Мунминдера, левел 5. Ну, видимо, он уже и так знатно гоняет, просто бьет с руки. Не подпускает. Но если зазевает скинтавр, дальше все понятно. Open bounce, rage, FZ и с руки пробивать. Сам себе щелем тоже настакивает, на всякий случай. Ну, Тоби, правда, Сларк на фрифарме находится. Тоже купил себе перчаточку, не покупает, видим, ПТ. Вводит крипов, чтобы они по тавру не подставились. В итоге у него это не получается. Все равно не подставляет, все равно линия будет пушиться. Вот такое. Так, летает у нас. Временем. На Эксу Брейсер. Я не стал покупать себе, да, все-таки это будут быстрые Drum of Engines. Решили в активную тут поиграть у нас обе команды. Это здорово, что никаких медасов нет. Они по Тессе нафармил тоже, думаю, Талисман. Все окей. Ну что, Лим, когда там у тебя дагер? Ну, вот дагер остался совсем немножечко, мы видим, да? Ну, как немножечко, 800 монет еще. Даже меньшая часть. А, пытается немножко подгрызть Лак крепочка. Видимо, вот так вот их через Дарпакт сливает. Третий Дарпакт, второй паунс. Намал дэмэдж. Так. Если он его берет себя, сможет ли убить? В принципе, да, сейчас замедление, да, ставит рэп, замедляется очень сильно Аки, но дальше не пошел у нас Эндемелонс. Испугался, что Сларк будет начать его мучить. И решил лучше. Лучше не стоит. Лучше с дабл дэмэджем пойти в мидлейн и крипов подобивать. И Мидас все-таки появляется у Сларка. Ну, а там первый Мидас. Я подозревал, что будет у Найкса, но Найкс у нас не из таких. Но Миндер хочет быстрее начать уже противника убивать. Бутрайдер остался 400 монет, сейчас сделает себе здесь один стак, если это делать за фарм, дагер у меня в принципе должен быть уже появиться. Это рядом, Агармак, Сапок, левел 4, так, ну и тут прилетает у нас ТПшечка для эйса. Ну да, он чувствует, что скоро появится у него стампид, и когда появится стампид, крайне полезным было бы переместить на какую-то линию, этот стампид реализовать. Конечно, на дальние планы у нас собирается кентавр. Так, поставили сентричник, пытается девардить на зефрик. Пошел трэп, майнац. Выдал стан, все подтягивается, кстати, еще и эйс. Ой-ой-ой, телекинезис, дабл эджа, приговаривает кентаврус. Успел дабл эдж заюзать. Здесь проблема у эйса, заморозился под колфитом и приговаривает бутрайдер. То есть ответ на вопрос, как можно легко и просто нафармить себе на дагер. Ты просто идешь в свои леса и попутно делаешь 2-0-1. Изи, изи. Ну и вот Олимпа уже дагер имеется. В 8 минуте. Ну, таки размен-то получился с суппортом на кентавр. То есть и в этом плане комплекте тоже получше. Вот топ-линия только просят очень сильно. Лоду там уже овладел. Линия нижней. Мунминдер приходит. На Аки угрызается. Open ванс. Лод теперь не пытается забрать тавр. Из глиф есть. Лода бьет глиф. Убивает сейдж крипа. Да, и еще и тавр знает нас комплекс. Ну все, очень качественно сделали комплекс. Разобрались. Кто чем будет заниматься, кто будет убивать Скай, кто будет глиф выжимать. Хелм приобретает себе Ластиллер. 2-0-0, кстати, с легкой линии. При этом топовый крипстат на карте. Я думаю, он доволен. Ну, на расстоянии, если при прочих равных условиях, будем сравнивать. Понятное дело, что у Сларка денег будет больше появляться, ибо есть Медас. Этого у Сларка уже не отнять. Настакал здесь тоже Хани. Так, пошел Стампит. Погоня за Скаем. Приходит Мунминдер, Open One стал, пытается съесть Эйса. Хватит ли дэмэджа? Сейчас вот рейдж закончится, да, и... Инфиаст, вылезти! Да ладно, 10 хп, 10 хп, но флеймбрейк от Бутрайдера очень вовремя потянулся, пытается уйти Майнац. А тут уже есть лассо. Это минус 2, и опять же очередные минус 2 делает команд комплекте, потеряв только одного суппорта. Ну и лимб даблкил. Как быстро нафармить себе на даггер? Вот так, вот держишь свои леса и делаешь внезапно 4-0-1.
Поэтому у тебя уже Dagger имеется, левел 8, сапог бот, можно уже форстап не менее быстрый нафармить. Почему бы и нет? Так, ну Темпларка помогла инвокеру здесь так вот. Ну, нормально помогла. Так, Айсбласт. Хани. Хани, Айсбласт получает. Фейтболт. Удар смолда очень больно. Санстрайк перед смертью дает нас Хани. Есть, станет, не точно. Зефрика не попадает. Зефрик манцы, есть телекинезис, если что. Дайте пока уйти. Сейчас с хайграунда на лоу-граунд. Куда-то подальше. Тут еще трэп стоит в случае чего. Замедление, да. Ну и Рубик здесь выживает. Хорошая снова атака. И снова в комплекте выигрывают early game в салат. Самый что ни на есть салат. Так, у меня тут немножечко что-то дот начал подлагивать. Я не знаю, с чего это вдруг. Вроде все окей, сейчас пофиксил. Извиняюсь, ребят, если вот какие-то мини-пролаги были вот в последние минуты, наверное, стрима. Что-то у меня Windows там начинает тупить. Ладно, 11 минут встречи. Пожелайте времени в комплексе, как в предыдущей карте. Прохватывают инициативу в начале игры. Вот дальше. Ой, Хани в очередной раз находят. По всей карте просто насилуют Хани. Контроль там залетал. Айсбласт, но, видим, не попал. Не попал, не попал, не попал. Вот он реализованный дагер со стороны комплексе. Получилось вроде здорово. Ну, Нидер продолжает бить крипов. Кстати, к нему уже вылетает, так понимаю, готовая армия Тоф Мордиган. Так и есть, вниз ТП, Лайнс очень хотят забрать Найкса. Так, как будем его забирать? Четвером будем забирать, вариант хороший. Враги постояли, постояли, подумали, репы почесали, Лайнс. А, была не была, пошли. Но только Найкса там уже нет, к сожалению. Найкс пошел леса фармить. Лода после мида скупил себе ПТ, 71 на 10 у него крипста, давайте оценим его нетворс, нетворс у него топ-4 на карте пока, но топ-3 находится, ребят, из комплекса, все кор-герои. Ну и Смидл, видимо, уже 3-0-0 имеет, с мидлейна. Тот же самый Хани в сравнении 0-3-0 имеет. Покупается перчатку, все-таки будет делать Мидас. Ну, это Лайн с покупками этих Мидасов пытаются снова игру затянуть. Так, как они делали в первой карте, они пытаются сделать ее во второй. Не получается у них early game выстроить как надо, они проигрывают его салат. Ну а дальше просто невероятными какими-то мувами, фармом бесконечным, проходами в пятером, они вот себе это преимущество отыгрывают. Ну вот 6000 преимуществ уже есть, 7 даже в комплекте, по XP 7 тоже ведут, это очень хороший задел на 12 минуте. Если команда комплекс сейчас не начнет фидить. Например, за Мунминдером, опять же, будет выходить, 2-0-2 у него, очень хочется его забрать. Гармак плюс Скай. Есть Мистик Флэр. Есть накроют Эншент Силом. Вовремя вот так вот, например, Эншент Силом накрывают. Стампит. Мунминдер пытается уйти. Стан получает. Мистик Флэр. Мунминдер сливается. 2 ТП сюда. Но тут Эйс, конечно, не отпустит. Кто-то же должен быть за это наказан. Например, Кентаб. 1 в 1. Но опять же на Эксуль. А Лода при этом фармит топ. Хани снова оккупировал леса и видит Смидл Милонс. У него есть Яша. Замедление дал Хани. Ну нет, Векс. Ну хотя бы Векс разочек качал для приличия, чтобы спрятаться в инвиз. Ну ладно. Ну боги. Ну Хани. Хани, Хани, Хани. Так, ну и атака пошла здесь на Май Наца. Телекинезис Фейтболт. Лимп заходит. Дает. Лассо. Флэмбрэк. Минус. По таймингу все сделали. Здесь Эйс приходит. Эйс у нас без даггера, кстати, до сих пор. 2-4-1 у Эйса. 13 минут, как бы уже пора, наверное. И Мунминдер здесь тоже снизу. Забирают Тауэр, тем временем залетает Айсбласт. Айсбласт команд в комплексе, поэтому не страшно. И этот Мидас появляется тем временем у Хани. Товарат падают. Забирает на Экс. Еще нет света. Товарам, кстати, тоже получается 2 в 1 в пользу комплекса. Больше товаров они на 1 снесли. Остался только топ. Свидомилон тем временем фармит. Стаки Эншентов. Пытается найти эту линеечку, под которой пассивка будет работать. Да, вот так вот фарм. Будет успешнее намного. 2-300 у него есть. Купит ли дагер или все-таки там какой-нибудь Сашу Яшу, может быть, мат поставил. Честно говоря, конечно, вариантов для сборки именно на темпларочке, но великое множество.
кто через что идет, кто на что гораздо. Дизоляторы покупают, Вегера покупают, и Саша Яшин, и Манта Стайл, все что угодно. Что 12-30, всего лишь 3 фрага за эти 14 минут сделали ребята из Alliance. Очень-очень мало. Фрагом отметился Хани разок, и 2 фрага сделал Эйс. Ну, Лода вообще показывает лучший результат в плане его активности в эту игру. Так, теперь результат Ice Blast накроет Sky'а. Ну, моим нации так заберут, не нужно подать Ice Blast с него, да? Просто, скажем так, чтобы никто не преследовал. Свидомилонс видит Лоду. Лода видит Свидомилонза. Или не видит, нет, Лода. Свидомилонс у нас был. Бедвизия. Ну что, Лоду будет убивать, Лоду упрыгивает. Брэк пошел. Так, просто Ларка не поймать, все-таки это Сларк. Так, Эйс, может подставить, кстати, есть у него стампит. Чувствует, что где-то здесь запахло жареным. И надо, наверное, отойти, или не отходит он. Ой-ой-ой. Ну, Трубик просто немножечко на даггер не нафармил, в этом проблема. У Зефрика осталось всего лишь 100 монет. Он Миннер, ну дай ему 2 крипа. Пусть у Рубика будет даггер, пусть он будет доволен. Так, теряем Сларк, хорошо, входит на Блуднайна. Лимп тем временем, вместе Клэра забрали между Паришином. Лимп уходит на форстайпе, пошел стампит. И Лимп уехал. Будет драться дальше, но вот тут бегает Свиндомилон, купил себе Мидрилхаммер, но пешочками идет. Проблема. Снова Флеймбрэк. Ну, на этом все. Ну, вылазка оказалась удачной для Элайн. Сларк заработал себе денег, активирует снова Медас, продолжает фармить после даггера, 1400 монет имеет. Ну, только мы сказали, что по нулям, когда у нас у Сларка, ну, стало 0-0-1. Я, говорит, в драках участвовал, все. Отстаньте. Я буду фармить. Кулаком Мон Миндер. Манзефлик нафармил сам. Но даггер себе красава. Просто красавчик. Ну, Трубик топ-6, если что, по нетворсу. Он обходит Кентавр даже. Вот. Трубика есть. У суппорта Рубика, прошу отметить, из, ребят, из команды комплекте есть даггер. А вот у Кентавра... Нет, тоже есть даггер. Не получилось у меня так подстримать Эйса. Вот он только-только на себе на даггер нафармил. Вот Рубик себе покупает примерно на время. Но по нетворсу Рубик все равно выше. Как ни крути, на 500 монет плюс. Снова бесконечный фарм где-то Свиндла. Капитан команды прям оккупировал этих вот энши, продолжает там фармить. И смог вылазить. Cut Alliance. На Свиндла. Стан залетает. Ancient Seal, Mystic Flare разорвали. Разорвали. Alliance, конечно, умеет это делать. Внезапный выход у четырех прижима. Они так как раз таки и Найкс убили в тот раз. И вот сейчас у них все откатилось. Они убивают и Тамплярочку. Ну, раз в 3 минуты стабильно. Alliance играет стабильно. Раз, 3 минуты собираются, кого-то убивают. Вот как раз таки вот они 5 фрагов за 16 минут сделали. Ну, четко по таймингу. В ближайшие минутку им нужно будет сделать еще один фраг. Но при этом в комплекте практически забирает одного альянса. Минуту. И вот он, НТС-бомба, залетает на теренем Батрайдер, Лоду нужно подловить, поймали, не успел он Дарпак завязать, судя по всему. Вылезли, Ice Blast, без шансов. И мега-килл делает Лип. Сразу же пошла попытка снести Т1 Тауэр на топ-лейне, дефа здесь, понятное дело, без Ларка никто не будет. Хани после Медаса купил став, купил Ring of Regen, это форстав на подходе. Ну, Гармак бегает левел 7 без шмоток с одним сапогом. Скай. Трактил был сын или талисман. Ну и Аки. Спин, ну Монминдер. Ancient Seal получает Монминдер. Армлет заюзал, но никто его не спасает. Эйс накрыл станом, прокаста минус. Ну вот, смотри, четко по таймингу. 18 минут, 6 фраг. 3 фрага, ой, точнее, 1 фраг, 3 минуты. Сэн, стабильность. Вообще, конечно, комплексы снова могут в этой игре доиграться, вот все к этому примерно идет. То есть шутки шутками, но ведь Медасы, они в Африке Медасы. Нетворс поднимается, у Сларка как-то не было, да, топ-2 он уже держится. Хани, конечно, топ-5 держится еще, но опять же на длительном расстоянии, долгосрочную перспективу. Хани тоже будет одет. Но с другой стороны, это инвокер, и мы понимаем, что сила инвокера Блэйти, она достаточно маленькая. И куда больше других приоритетных героев, если хотели Лайнс игру затягивать.
На Депларка купив, видим, дезолятор. Неплохо так в соло практически расправляется с Рошаном. Забирает себя Игис. 4-1-0 у нее. Майнац. Паста передвигался, либо его не смог подловить. Чем-то пытается это сделать. И будет падать еще и Тавр. Ну и с Таврами, конечно, Свиндл общается очень-очень хорошо. Блин, с броня действительно решает. Что и противника ты бьешь, что Рошана бьешь, что Тавра бьешь. Хороший артефакт и для Тепларки как раз таки нужно. Просто представим, какое количество минус, какое количество входного дэмэджа получит тот, кто сейчас получит удар с Мелда, например. Вот, например, тот Огармак. Раз удар, пол хп. Два удара, сел Тепларка и Рубик фейтболтом накрыл. Так, это вот так вот внезапно сейчас просто комплект заходит на хайграунд, что ли? А почему бы и нет? Ну раз Шлигард дошли, вот Найкс вылез. Смотри, Тавр падает, нет Гриф Фортификейшн. Смотри, Тавр просто на ровном месте упал. Нормально, барак теперь. Так, врывается Лода на Лимпа. Мистик Флэр, Лимпа разорвали. Лода сейчас вылезет. Эншент Сил на Мунминдера. Гем валяется. Гем нужно разобрать. Игнайт пошел. Мунминдер под жутким сайленсом. Сунемелонс на развороте пытается драться. Рефракшн есть. Опен Ванс пошли на Хани. Рубик, что у нас там сорвал? Сорвал Колстеп. Но здесь их не может, потому что он неудачно залетел. Хани отправляется в таверну. Аки, два удара от Темпларки, тоже минус. Даблкил делает Свиндл. И пьют барак. Но Зефирка есть дагер, он ворвет, даст холдснэп сейчас, какие-то жесткие. Байбек от Ханя, не хочет отдавать он в сторону. Стан, прыгивают, заходят на Лоду, здесь уже Мунминдер. Разрывают Эйса, Свиндл до сих пор живет, а Егис только тоже потерял. Мунминдер продолжает грызть Хани, Хани не очень удачный форстав на него повесили. Что, барак надо добить? Лишний барак, вот, Мунминдер грызет. Свиндл Мунминдер идет дальше, удар с Мелда, Хани очень больно. Замедлили, видим, Сларка. Сларк тарпактом сбивает замедление. А Игли Фортификейшн, ой, точнее, антибутор систему уже начала срабатывать потихонечку. Если он успевает добить. Да, эти, конечно, сейчас два пацана просто сделали нижнюю линию. Ну, умирает, правда, Темпларка второй раз уже. И Мунминдер пытается как-то катить противника. Санстрайк, здесь Ботрайдер. До конца за Мунминдером. Ой, хорошо, ведь как, смотрите, спрятался в инфест, и Лип его отвозит. Как четко и по темплейному сыграли сейчас ребята из комплекса и Bloodnine. Тоже пытался подстраховать своих тиммейтов, но он-то погибнет. И Бутайтер-то на развороте, врывается, вот лосо, подловили, Лоду будут убивать, мультикаст пошел, Мунминдер, хватит дэмэджа, Лода! Что-то Дэн спрятался, получил флеймбрейк и погибает, Мунминдер дальше будет убивать у Гармака, пошел стампит, у Гармака большие проблемы, Гармак тоже помирает, тогда Блкил делает лип тем временем, и пошел бласт от Хани, хорошо, развелитесь, Найкс, Найкс тоже будут сливать. Но Alliance потеряли очень много. Они, во-первых, несколько раз помирали, причем практически все, я уж не знаю, у нас не полный, опять же, Battle Recap. Тут показывает только то, что Alliance побивали всех, у них там много экспы, много денег. Но до этого побивали всех комплексов и снесли сторону. На 22-й минуте, причем снесли ее внезапно. Ничего не предвещало беды, они втроем, Рубик, Найкс и Темпларка, зашли на хайграунд и снесли три тавера и парак. Четко-четко. 10 тысяч преимущества есть у комплекса по экспе. 5 тысяч. Да, но им ничего не мешает в очередной раз собраться вместе. Еще что-нибудь сломать. У Свиндла 2800 после предыдущего замеса. У Найкса Сэндж появляется. Я понимаю, что он перед смертью как раз таки успел закупиться. Но есть Глиф юзается. И Alliance. Не забит на положение. Сларк пытался купить себе Скади. Так. Ой, подняли здесь Кентавр. Эйс поднимался с лоу-граунда на хайграунд. Свой хайграунд оказался. Свой хайграунд небезопасным местом. Врывается дальше Лим. Форстаф и ловит конкассив шот. Начал грамм сенсировать, а сегодня не подловили. Очень быстро разорвали Огармага. Рубик забирает себе фраг, падает Т2 Тавер, но теперь можно зайти на хайграунд. Или нет? Решили, что пока нет. Решили, что лучше Т2 на топе сломать. Саша Яша есть у Ластиллера. Тепларка 3600, ничего себе не покупает. Да, но здесь, конечно, вернуться в игру будет очень сложно, Alliance, и причем пик-то я бы не сказал, что влетение намного сильнее, нежели у комплекте. Сравнивать тех самых Сларка и Инвокера против Темпларки и Найкса я бы не стал. Сравнению, конечно же, эти парочки не поддаются. Два тавра упал, по топ-лейн решили зайти, так удобнее. Полностью с этим согласен. Действительно, со стороны Reddit на Дайр подниматься лучше именно с топ-лейна. Подловили еще раз у Фермага. Тот телекинезис его. Моментально.
Убили, ставится вардец на чужой хайграунд, 23-12, комплексы залезают на этот самый ХГ, глифа здесь нету, чем драться? Чем драться? Мунминдер под рейджом, подгрызает до 3. Рейдж закончился, немножко отходит. Ханни здесь дабл дэмэджем. Кто это посмотрит, 1300 хп инвокер, пойти съесть. Неужели отступит? Да ладно, БКБ покупает это Бларка. Ну да, действительно, стоять под различными кастами инвокера, под Мистик Флеером уже надоело. С Виндом Лос. Два раза краски он погиб из-за того, что его инжит Паришинг гангл. БКБ поможет. Я бы даже не постеснялся Мунминдеру БКБ в данной ситуации собрать. Просто БКБ. Рейдж, БКБ, рейдж, БКБ. И тебе абсолютно на все пофиг. Ну что, 25-я быстрее пошла. Украдкое преимущество у комплекса. По графикам смотрим. 12 тысяч преимущества по деньгам. По XP 7,5 тысяч. Небольшой затишки. Комплексы на этот раз идут аккуратно. Не так вот наскоком, как они в прошлый раз зашли. А теперь так размеренно. Понемножку. Вот этот вот Найкс, его сет вообще не нравится. Не знаю, какой-то слишком уж сильно поменяли Найкса. Какую-то собаку похож, больной. Так, заходит на хайграунд, глифа прежнему нет, Тепларка пробивает с руки, под рефракшн, все как надо. Остались голые бараки. Чего-то боятся комплекс. Ну понятно, чего они боятся. Не боятся в очередной раз ошибиться, как они ошиблись в предыдущем матче и слили катку. Победную катку, грубо говоря, слили. Теперь они то повторить не хотят, поэтому аккуратно. Потихоньку, заход за заходом, одно строение разрушили. Ну, вообще пошел фармить. Ну, хотя само наличие Инштапаришн в этом замесе 5 на 5, но нет в этом никакой-то необходимости острой, да? То есть Инштапаришн чем может помочь, он и поможет. Он кинет Айсбласт. Все, на этом его полезность заканчивается. Это он может делать, как находясь рядышком, так и кидая издалека. Причем даже издалека поболее будет радиус и побольше шансов попасть. Хорошенько. Инфест-бомба. Всаживается на Экс в Лимпа. Лимп купил себе БКБ. Regeneration Кентавра. Ну, это Хелберт, судя по всему. То есть пытаются как-то Темпларку законтрить. Хелберты вешать и прочую грязь. И лота. Ну, вот буквально в 200 монетах от покупки Скади. Ну, это Скади, это просто артефакт, который дает статы Сларку и не отпускает суппорт, когда он в них врывается. Статы помогут. Само замедление от Скади здесь, в принципе, не нужно. Ну, и поэтому артефакт такой здесь себе. Это, ну, не переворотный артефакт. Вот Abyssal Blade, это уже другой разговор, например. Но не Скади еще. И даже тот самый Мидас не позволяет Лоде выфармить себе очень быстро еще какой-нибудь артефакт. Ну, хотя наличие Скади уже, в принципе, только благодаря тому, что Мидас есть. Ибо с таким фармом, как есть у Лоды, и с его статой собрать Скади было бы нереально 27 минут. Долго Найкс уже сидит в трайдере. Удобно, моментов для врыва нет, и противник не подставляется очень. Хорошо держит дистанцию Лайонс. Не понимает, один шальной ганг, то есть убить, я не знаю, какого-нибудь Сларка, у которого нет байбека, Вокера. Это фактически уже поражение. Трошан появляется и пытается, видимо, с Аегисом все-таки комплекс эту игру закончить. Заходит Синдем Элонс, Репракшн. Бьет с руки. Под минус 11 брони. Под изолятором и смелдом. Рошан такие куски от него отваливает. Зей. Смотрите на это. Очень быстро. Аегис появился. Батрайдер девардит. Поставил СН3. Гемпа тут еще пока нету. Снова инфест. Нет, это Мунминдер вылез. Надоело ему сидеть. Трайдере... Или тут инфест завязал, чтобы отхилиться, непонятно. Просто завязал инфест и все. Стараться, видимо, не намерен. Вот Лим подставился. Вот начинается. Начинается. Та игра в комплексе. Вот это вот непонятно. Один пойду подфармлю, второй подфармлю. А Лайнс вот так вот в пятером. В крысую где-то заходит, одного находит, убивают и все. В комплексе пуш прерывается. Вот именно таким же образом они сделали камбэк в предыдущей карте. Абсолютно точно так же. Почему комплексе не уверены так в себе, что не заходит по какой-то другой линии, не сносит, я не знаю. Так, дебаф коснулся. Лоду отпрыгивает.
хайграунде стоит Эйс. Манта стоял, тем временем покупает себе Темплар. Темплар Ассасин. Ну а снизу и барак упал оранжевой, пока тут бегали лайны, забыли, протыкали оранжевую линию. Ну рано или поздно барак, конечно, все равно был, по-моему. Лучше поздно, чем рано, ибо линия еще сильнее будет пушиться. Как Зефрик пытался подловить эйса и смог уйти на даггере. Башер тем временем есть у Лайстиллера. Стампит, а ладно. Все-таки Зефрик подловил, сам стампит своровал. Упрыгивает и убегает из-под стана эйса. Заезжает станстрайк не точно, зажимают эйса, эйс пытается сделать тэп-аут, а сбить-то нечем. А сбить-то нечем, здесь эйс ушел. Юл покупайте, Рубик. Теперь у него есть чем сбивать эти тэпэшки. Ну да, топ-лейн самое очевидное решение для комплекса, ибо там не нужно будет мучиться с тритавером, там оставить только голые бараки. Даже если вдруг заметить, что-то будет не получаться в комплексе, всегда ты можешь 10-секундное БКБ прожать, и за эти 10 секунд разорвать барак. Любой, перечный, рейнджевый, какой угодно. И потеряешь только при этом Аегис. Ну блин, даже настолько очевидно, что парочка одна в пятерых пойдет, включит БКБ, включит рефракшн, снесет барак быстрее, чем ее запинают Alliance в пятером. Потому что с руки там бьет только один слаг. Все, больше никто с руки не бьет. Так, залетает Ice Blast. Вот, по бараку раз удар, два, глиф, на глиф развели. Вот так интересно, Бутрайдер спрятался, в нем сидит Найс, кстати. Игнайт пошел, Бутрайдер залетать будет, хорошо, вцепляет, есть сразу же инфест от Мунминдера, пытается Хани вгрызаться, Хани моментально отправляется в таверну, сделал байбек, байбека нет, у Хани байбека нет, лот теперь не проюзал, Шатуденс пытается уйти, за ним погоня, комплекс, лучше развернуться, убивать суппорта, вот это правильно делать Зерный Белон, убивает только мага за три удара, это минус два, падает барак, Эйс подцепляется на Open Ванс, где открыть его Мунминдер, развлекает БКБшку Зерный Белон, спражал, это минус три, и все, на этом, я так понимаю, игра заканчивается, да? Байбеков нету этих трех персонажей, Лода здесь бегает, что Дэнс уже прожал. Замес он не ворвется, если ворвется, он этого замеса не выйдет. Ну и последняя мид-сторона осталась для комплекса. Они краски на нее поднимаются. И КГ пишет Лода, да, потому что понимает, что все тщетно. Ничья! В итоге получается у нас в рамках этого матча 1-1. Alliance за этот сегодняшний игровой день в итоге имеют из четырех карт всего лишь одну выигранную и три проигранные, да, очень тяжело у них будет турнирное в итоге положение. Я сейчас быстренько вам побью вот эту игру, статистику, и вам покажу, как выглядят у нас группы на данный момент, вот с учетом последних сегодняшних результатов. Ну, пока не расплетайтесь. Дам информацию по поводу завтрашнего дня, когда встречаемся, что делаем, что смотрим. Потом я вас уже отпущу точно. Так, ну вот, все уже готово. Вот они, результаты сегодняшнего дня. Пэры выиграли Alliance 2-0, комплексити Alliance 1-1. И вот так вот выглядит у нас сетка, актуальная сетка на данный момент. Ну что ж, вот они, Alliance, 0 побед, ни одного матча не выиграли. Три катки они сыграли в ничью. Ну и одно поражение чистое у них есть. Три очка всего лишь на позиции топ-5 держится. У них впереди еще, в принципе, есть три матча. Им нужно будет в этих трех матчах побеждать. Ну и в комплексе. Есть три победы, две ничьи, одно поражение, 8 очков. И вы знаете, один матч им всего лишь осталось сыграть. Сыграв в ничью или победив, они обеспечат себе проход в плей-офф точно. Если проиграют, у них все равно есть большие шансы на попадание в плей-офф. Так что в комплексе, скорее всего, мы в плей-оффе до 5 лиги еще увидим. Но это... об этом пока рано говорить. Еще все впереди. И вот Genius тоже, видимо, плохие шансы имеют. Короче, в группе Б только все так более-менее запутанно получается. Итак, ребят, завтра нас ожидает один матч. Еще раз напоминаю, в 20 по Москве мы с вами встречаемся на канале twitch.tv/adekvat и смотрим матч с участием команд My Insanity и Team Secret. Это будет тоже Best of 2. Только один матч. 17, например, числа уже послезавтра будет два матча. Но это будет потом. Сегодня всем большое спасибо за внимание. Молодцы, что смотрели трансляцию. Вводы на YouTube появятся на моем канале уже в ближайшее время. Думаю, найдете. Какие-то вопросы остались, конечно же, задавайте. Подписывайтесь на паблик. Я вам еще раз его покажу.
Там я пишу все свои анонсы, результаты, вводы выкладываю. Вот он, vk.com/adequattv, вот он, Twitter. Спокойной вам ночи, завтра воскресенье, хорошо вам отдохнуть. Ну а вечером вас жду всех на канале, и будем мы с вами смотреть много интересной, красивой доты. Всем спокойной ночи еще раз, всем спасибо за внимание, и пока-пока.